Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы разберем задание номер 1018, где надо вычислить. Итак, А. 352 умножить на 18 и разделить на 9. Если мы будем действовать и вычислять по действиям, то нам надо сначала 352 умножить на 18, что устно затруднительно, и полученный результат разделить на 9. Воспользуемся сочетательным свойством. Итак, мы сначала разделим 18 на 9. Итак, 352 умножить. 18 разделить на 9 будет 2. А вот 352 умножить на 2 можно устно. Это будет 704. Б. 748 умножить на 12 и разделить на 6. Мы воспользуемся тем же самым свойством, что и в предыдущем примере. Будем не 748 умножать сначала на 12, а потом полученное произведение делить на 6, а будем 748 умножать на частное 12 и 6. Итак, 748 умножить 12 разделить на 6 будет 2. 748 умножить на 2 будет 1496. В. 126 умножить на 96 и разделить на 32. По аналогии с предыдущими примерами, мы 126 будем умножать на результат деления 96 и 32. 126 умножить, 96 разделить на 32 будет 3. 126 умножить на 3 будет 378. И последний пример. Г. 172 умножить на 128 и разделить на 64. Получится 172 умножим на результат деления чисел 128 и 64. 172. 128 разделить на 64 будет 2. Значит, 172 надо умножить на 2. Получится 344. Мы с вами устно, применив свойство действия над действительными числами, сделали примеры 1018. Если вам понравилось решение, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.